привет, всем здравствуйте. И да, это прохождение по Террарии, как и говорилось. Как и говорилось в юбилейном выпуске по Loop Hero. Я буду проходить Террарию. Версия 1.4.1.2. Самая оптимальная версия, как по мне. Возможно, есть типа получше версии, я за этим сейчас не слежу особо. Но я предлагаю начать. У меня есть парочку персонажей. Я создам сейчас нового на классике. Первое видео будет такое вступительное, не сильно много геймплея, скорее про создание персонажей. Назову как канал. Название канала своего. Выбираем. Да, у меня есть Builders Workshop. Я пока играл с друзьями там раньше. Ну, видите, когда она скачана была 20 года, 5 месяца. Больше года назад. Создам новый мир. Я думаю, буду создавать в мастере. Мне так кажется. Название введу такое же. А мир создаю средний, потому что проблемы с виверными очень большие в маленьком мире. То есть они на очень маленькой высоте прилетают. И заражение буду создавать багрянец. Семечко какое-то. Какое-то будет семечко. Создам мир. Может, будет сейчас подлагивать, но опять же, причина известна, да, из-за того, что мир создается. Я, наверное, буду вырезать такие моменты все. Допустим, пока создается. Поэтому, скорее всего, услышите меня, когда мир создастся. Итак, вот новый мир создан. Сразу нажимаем играть. Не вижу смысла долгого ожидания. Вот мы в мире. А, играть, я думаю, за класс призывателя, так, наверное, это мой самый любимый класс. Объясню свой приоритет вообще по классам, кому будет интересно. А, за мага я вообще не перевариваю геймплей, потому что, ну, просто геморройно это все с зельями, с маны. Там еще два зелья дополнительно появляются. Поэтому заморочено. За воина, ну, среднячок, типа. Класс неплохой, но в мастере там свои плюшки у него, потому что по факту броня один к одному тут решает. Допустим, если у тебя будет 80 армора, на 80 хп меньше получать, ну, тоже сомнительно. Опять же, если воин, то только на йо-йо. Ни на чем более. Ну, некоторые мечи там может дать, типа тера меча. Будет неплохо. Я, наверное, побегу сейчас сразу в одну сторону мира. Попробую найти посох зяблика. Стрелок тоже кайф. Но, опять же, повторюсь, призыватель мне больше нравится. Ну, тут, скорее всего, придется спуститься. Ой-ой-ой. Я зря это сделал, я мог вообще сундук пропустить. Нет, там нету сундука. Идем дальше. Странно, обычно в таких пещерах сразу же сундук. Паутина нам понадобится в будущем. Алмазное дерево я тоже соберу. Есть веревки, это замечательно. Ну, на этом как бы все. Понял. Я видел ловушку, но не заметил кнопки. Думал, что она где-то левее будет.
Окей. Но все равно надо было возвращаться домой, чтобы как-то переходить эту пещеру. Возможно такое, что я захочу построиться как раз-таки вот в этой пещере. Просто для разнообразия, потому что соло прохождение я ограничиваюсь просто обычными коробками. Кот на заднем плане тоже согласен со мной. До получения хотя бы посоха с хлыстом первых я могу пользоваться любым оружием. Я не хочу себе мега усложнять прохождение. Я еще не настроил, единственная проблема, не настроил себе. Кстати, это очень хорошо, что зимний биом. Не настроил себе в OBS, я записываю через OBS. Не настроил себе функцию паузы. Вместо того, чтобы сейчас, допустим, нажать на паузу, пока ничего не происходит, или пока меня убивают, я буду это как-то пытаться вырезать. Ну, скорее всего, в будущем, в следующем видео я попробую. Не попробую, я найду эту функцию, если она есть. И буду уже тыкать на паузу какой-то неинтересный фрагмент. Еще нарублю себе дерево. А вот с этим синим слизнем нужно будет как-то побороться. Же просто дать ему перепрыгнуть, да. Как-то так. Буду рубить повыше деревья. Проблема террарии, в отличие от Майнкрафта, если ты не дерешься со слизнями, то ты не можешь сделать все факела. В той же террарии, да, делаешь, либо идешь в шахту за углем, либо же можешь вообще оставаться на поверхности и делать кучу факелов себе. Чувствую, меня сейчас будут очень сильно насиловать. Да. Ну, надо будет поумирать. Первый день дождь, это очень опасно. Респаун 15 секунд напрягает. Где только подевалась рыба, которая была лоу хп. Гид, помогай, пожалуйста. Чтобы там одни спавнились все. Иначе будет неприятно. Сразу ломаю могилу, потому что ночью, как я помню, ночью появляются при ломании могил призраки. Призраки мне не нужны. Более в мастер моде. Довольно плотная катка с этим слизнем. Там еще второй, там еще и третий. Я думаю, я этого пропущу вперед. И тем более рыба. Надо тупо засейвиться. Просто засейвиться нужно. Возможно, это неправильно.
Я пока очень слабый, поэтому... Есть у нас геля. Крафтим сейчас 100 килов. Пораставляем парочку. И, наверное, тут будем обустраиваться сейчас, пока ночь. Сначала нужно верстак и костер. Костер пока поставлю в хате, мне, в принципе, все равно. Печки нам не хватает 5 камня. Сейчас я его добуду сразу. Все, изи печка. Поставить куда-нибудь. Ну и начну сейчас, скорее всего, стройку какую-то, какого-то не до дома. Сразу сделаю себе молот. Можно не очень корректно так использовать ресурсы в плане древесину, но сейчас более интересно красиво построиться, а не как обычно. Как-то так. Я поисправляю вот эти треугольные блоки, они мне не очень нравятся. Нравятся такие полублоки. Так уже покрасивее. Скорее всего, пока есть чуть-чуть факелов, пойду. А единственное, для начала я бы сделал себе дверь, чтобы на случай смерти небольшая хитрость. Делаем вот такую конструкцию. Мобы не могли ломать двери. Ой, я глупый, но все равно двери нам понадобятся. Завтыкал. Сейчас умереть от слизня в своем же доме будет неприятно. Ну, нужно их просто... А, я вас понял. Я отказываюсь туда идти. Скорее всего, пойду сюда. Сейчас в плане сердца и руды. Слышал летучую мышь, и мне это не нравится. Мне очень не нравится эта находка. Наверх я не вижу смысла сейчас лезть. Спилить эту ловушку, чтобы тут
потом ее продать. Слева пустыня, или это просто подземный песок? Так, окей. Пока спускаемся, но золото я бы хотел собрать золото. Соберу его. Его очень мало, правда. Первое сердце. Окей, пока я доволен. И, по-моему, это тупик. Ну, тупик не тупик, я, наверное, сейчас тут начну вниз копать. Другие ответвления пойду в другой раз. Да, вот сейчас функция пауза не помешала бы, конечно. Там снизу пещера с медузой. Слева свинец. Которую я заберу, и аметист еще подо мной. Очень хорошо. Там, по-моему, тоже свинец вот в этой области находится. Так что быстренько мы сейчас делаем этот аметист. Копаем ниже. Я думаю, сейчас после этой вылазки чекнуть эту пещеру слева и потихоньку заканчивать. Как я говорил, это будет первое такое вступительное видео. Оно не должно быть долгим. Так сказать, посмотреть на реакцию вообще, на реакцию Ютуба и на реакцию зрителей, да, которые посмотрят это видео. Ну, кстати, мне не хватает 5 аметистов всего для хука. Не самый лучший хук получился, но получился бы, ну, хоть какой-то. Тут булыжника подфармлю, не знаю, правда, зачем. Дорожка в любом случае придется строить. Вот пещера. Гляну все-таки свинец. Да, это был свинец. Глаз уже наметан. Играл очень много, кстати, кремтана и вольфрам, кстати, в мире, что хорошо. Я так предполагаю, что день на улице. Нет, ночь. Это меня не очень радует. Срочно бежать в дом. Я расставляю факела просто, чтобы было виднее на видео. Мне самому приятнее играть, когда лучше видимость. Хорошо, дверь поставить. Возможно, в будущем сделаю, что это будут ворота. Тут покрасивше, так как говорится. Чуть лишнего заставил, но ничего страшного. Все. Ай. На блог. Ну ладно, окей. Как-то так, теперь сейчас переплавлю полученное.
5 литров всего лишь. Всего лишь. Но это хватает на наковальню. Ровно 5. Ну, как-то так. Возможно, имеет смысл посадить алмазы потом в будущем. Скрафчу, посажу в следующий раз. Окей, всем спасибо, что посмотрели. Такое было вступительное видео по террарии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.